І ще от момент: світло у темряві світить. Тобто ми говоримо про віруючих і невіруючих в якому розрізі? Юдеї, скажімо, які не приймають, що Ісус із Назарета – це Месія, невіруючі? Але вірять во Всевышнего, единого Бога, який відкрився Аврааму, Ісааку, Якову і так далі. В том-то і суть, що вони стоять так близько на пороге, що спасіння від іудеїв, вони вірують по грядущому Христу. Как бы они верят в Машиеха и верят по грядущему Христу. Только они не верят, что этот Христос и есть Иисус. И в этом и есть как бы само спасение. И в этом человеке пребывает Дух Божий. Поэтому, как вам сказать, венец веры – это исповедание Иисуса Господом и принятие Духа Божьего. И да, была вера Авраама, Исаака, Иакова и всех героев веры, которые они верили по грядущему, но не получили обещанного, и поэтому они не без нас войдут в ту землю обетованную. Они верили в грядущего Христа. И те, которые сейчас, допустим, живут иудеи, они тоже верят в грядущего Христа, но они не верят, что Христос есть Иисус. И поэтому они не имеют духа. Насколько у них есть вера, да, это та же вера Авраама или вера Иудея. Вот в чем ее разница, да, вера Авраама, который верил в грядущего Христа, и вера сегодняшнего Иудея, который тоже верит в грядущего Христа. То есть это тяжело, наверное, мне объяснить. И... При этом Авраам тоже Христос, потому что он назван Христом, сказано, не делайте моим Христам зла, моим помазанникам, когда они были еще малочисленные и переходили от народа к народу.